В общем-то, всем привет! Я Кэлпи, я решила попробовать начать снимать влоги, потому что почему бы и нет. Я иду сегодня на охуенный гиг Street Punk Revolt. Ссылку на мероприятие я оставлю в описании. И до него еще много времени, но типа я уже начинаю собираться. Вдобавок мне нужно себя привести в порядок. И я, кстати, еще вчера обновила цвет моих волос. Как вам? Напишите в комментарии. Меня также сегодня радует то, что сегодня очень классная погода. Утром было солнце, сейчас немного тучи, но в принципе на весь день обещают солнце. Для начала оцениваем состояние моего лица. Мягко говоря, не очень. Именно поэтому мы все перекрываем и высветляем не лицо, а хорошим слоем штукатурки. У меня есть любимый макияж для всех гигов, и, собственно, сегодня я буду его делать. Для начала я делаю красный смок, а затем их растушевываю. Да, если честно, цвет все очень хреново, потому что бьюти-блогер из меня такой. Заодно рисуем брови, ибо я же брови осветляла для того, чтобы их рисовать, так ведь? Когда я закончила с тенями, я пытаюсь нарисовать одинаковые стрелки, но, как всегда, они получаются разные, и я пытаюсь их сделать хоть немножко похожими. Вроде как даже получается. Рисую дополнительные красивые кончики и радую жизнь. Затем, когда стрелки нарисовала, беру полузасохшую подводку и ставлю звездочки. Так как звездочки получаются не особо заметные, что естественно, я их прорисовываю подводкой. Чуть не забыла про тушь, а то я все время ее забываю и наношу в самый последний момент. Когда с глазами закончили, рисуем скулы. И рисуем их нормально, а не так, как это делаю я. Ну и в завершение красим губы помадой от Maybelline, моего любимого оттенка. Вот и все готово. Дальше идет часть посложнее, нужно понять, что надеть. К счастью, я уже определилась с прикидом. Начесы делать достаточно просто. Просто берешь расческу, начесываешь волосы, так как я это делаю, а потом, когда все сделаешь, заливаешь лаком. К сожалению, у меня они никогда нормально не получались, но вроде как в этот раз получились нормально. Thank you.
занимаюсь, где-то месяца два их не делала. И наконец-то у меня нужная длина для того, чтобы у меня получалась та самая прическа, которую я, собственно, и хотела, когда я стриглась. Пока я гуляю, я немного поговорю. Во-первых, сегодня что-то много машин разъездилось, типа обычно в Волчанке машин нет от слова совсем. Во-вторых, Street Punk Revolt проходил также вчера в Москве. Он там играл что-то где-то 4 или 5 групп. И сегодня должны играть 7 групп. И это охуенно, если честно. Я надеюсь, будет очень круто. Сейчас мы идем на гиг. Я вот мы уже подходим к этому месту. К этому месту. Да, к этому великому месту. И когда вот ты к нему подходишь, ты уже чувствуешь весь пиздец. Это весь трэш нахуй. Да. Что ты скажешь, блядь? Вот что-нибудь скажешь насчет гига? Да, слушайте, я очень хочу попасть на этот гигос, но пойду я на другой. Вот. Мне моя любимая папа снимает, ну, мою тоже прекрасную любимую группу. Как ты вообще что-то? Да, я знаю. Вот, я что такого? Ну да, логично. Группа-то хорошая, человек. Группа хорошая. Я же даже название не говорю. Да. Все мы просто все понимаем. Да, там вот идет Вася, она не понимает, почему постоянно ржем. Да, потому что мы. Ей кажется, что мы сумасшедшие, на самом деле нам просто весело. Ну да. Вообще будет охуенно. Да. Самое главное, мы трезвые, будет охуенно. Вот даже самое веселое на гиге происходит на около гиге, это факт. Блять! Я, короче, снимала, как мы просто идем и чуть не наебнулась, блять. Я обожаю нашу питерскую погоду просто. Да не, сегодня погода. Ну да. Минус 4 вроде как, но все плюс. Вот именно, потому что сегодня весь день было солнце. Это охуенно, это такая редкость. Наверное, я бы это уже 100 раз сказала, но потому что это реально шок. Ну, очень тепло. Вот именно. Полностью согласна. Идем по чудесным дорогам Питера. Подходим уже к этому легендарнейшему клубу. Сейчас, возможно, не очень много народу будет. Но тем не менее, потому что это кто-то внутри будет. А на улице, возможно, будет маловато. А не, ебать там людей на самом деле. Прям пиздец, да хуя. Я в ахуе. Вообще не музыкальный. А второе, типа, на мимстримных песнях я вырос, блядь. Поэтому я буду петь эту хуйню. И обосрано.
сказать о Гиге? Да, я только что пришла. Круто. Как тебе пока что начало для тебя? Пока что нормально. Сейчас будет burning flag, что думаешь? Флаг пиздатый, но больше хочу за слёрнуть. Понимаю. За состав человека. А потому что Райка выебала разбить. Сейчас burning flag, что скажешь? Я вас жду. Я сама сюда вас набрать и них пришла. Вот я тоже. Дай руку в честь этого. Пришли чисто ради burning flag, хотя и другие группы тоже пиздатые. Я вообще изначально думал, что это BDSM гей-пати, но... Ну да. Не, ну это гачи туса, ты чё, чувак? Как тебе гачи туса? Как тебе это гачи туса? Вот это вся. Неплохо, но не хватает голых мужиков. Все одеты, что очень странно. Ну вот, согласна с этим полностью. Это ж долить, блядь, бёрнинг флага, чё скажешь? Посмотри меня ещё. Мы, блядь... Счастье, полные штаны. Да, мы дождались, блядь, бёрнинг флага, нахуй. Сейчас будет пиздата, я отвечаю вам! Группа Burning Flag после долгого перерыва мы все-таки решили вылезти наверх немножко. Следующая песня. Забвение. Yeah.
Могла побывать на всех группах, ну, типа, на тех, на которых побывала, и я побывала. И, блядь, гиг был пиздатый, и он того стоил. Так что все было охуенно. На этом, я думаю, можно здесь заканчивать. Типа, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.